Re, viss ēters ir te! Латвийские борцы еще в начале 20 века сумели заявить о себе, участвовать в Олимпийских играх и становясь победителями самых крупных соревнований. Первопроходцами здесь можно назвать серебряного призера игр 1936 года в Берлине Эдвина Бетакса, который двумя годами ранее стал чемпионом Европы. Позже эстафету подхватили Кришинис Кундзинч, Иманс Клинсонс и Виктор Кузьмин. На нашу встречу с «Маленькой пятницей» Виктор Кузьмин приехал на велосипеде, отмотав несколько километров. Ему 72 года, но он по-прежнему ведет активный образ жизни, пригласив съемочную группу к себе в летний домик в Адаже. Виктор Кузьмин родом из Даугавпилса. Более того, когда-то он учился в одной школе с нашим прославленным олимпийцем и пьеднофамильцем, знаменитым стрелком Афанасием Кузьминым. Там же он и делал свои первые шаги в борьбе. Мы с Афанасием Кузьминым, да, учились в одной школе, в одной арт-школе в ГПТУ. И потом в полицейской академии работали, на нашей кафедре я тоже. Закончил школу, как все спортсмены, как бы закончить, а потом куда. Ну и тренер говорит, давай вот в ГПТУ. А у нас построили этот завод новый химического волокна, и при нем вот это в ГПТУ. Ну и взяли в ГПТУ, как бы по блату, да, взяли, а он там набирал борцов, набрал все, чего. Ну и мы начали тренироваться там. И я выиграл всесоюзную спартакиаду по юношам трудовых резервов. Борьба – субъективный вид спорта. Вот и свои самые главные успехи на ковре – чемпионат Союза 1974 года в Риге, летнюю спартакиаду в Алма-Ате в 1975, где он там и там брал бронзу. Он вспоминает так, что становится понятна специфика, когда прежде всего решала принадлежность к определенному спортивному обществу. Кульминация его карьеры – серебряная медаль чемпионата Европы 1975 года в Западной Германии, в Людвигсхафене на Рейне, весовой категории до 68 килограммов. Я дважды мог стать чемпионом, и дважды мне не дали это делать. С поляком, Супроном. А перед этим я в Киеве на поддубном, я его разобрал без всяких этих самых. Ну и там вышли, но они все-таки ориентируются, работать засняли, все. То есть, когда начали бороться, как в стенку, не это самое. А человек закрылся. И судьи там так все висит на руке, все. Он выиграл. Ну и начали, ну я тогда думаю, я сейчас его чуть-чуть дам ему. Главное, чтобы завязаться. Ну, схватился, упал. Ну, перевернулся на живот, то есть дали 3 балла ему. Я ему проигрываю. Ну, и начал нагружать, но снимали его 3. И 3 это самое не давали. Ну, что делать? Это ясно было, что надо, так будет. Ну, я думал, что руководство будет. Нет, никто из этих, даже никаких протестов, ничего. То есть это самое. Для Виктора Кузьмина нет секретов в спортивной борьбе. Разумеется, я не мог не спросить у него про запрещенные приемы, которыми, чего греха таить, нередко пользовались борцы во время схваток. Ведь в любом правиле есть исключения. Конечно, да. Но все равно, если нельзя, но очень хочется, тогда можно. То есть у нас вот такая штука была, не борются, наказывали, ставили в партер, да? Да. Партер, да. Ставят, встал, туда-сюда, свисток ложится. А когда человек становится, он вспотел, никак не скользит, нет, самое. Ну так за яйца, хопа, хопа, подтянул, а потом отпускаешь. Знаешь, как? Просто здесь, там же не видно. Раз подтянул и пошла. Потом головой били там снизу, это самое, раз там туда-сюда, там, ну, такие вещи. Пальцы в рот засовывали, вот сюда засовывается, и отпечаток остается на этом самом, на этом. И судье. Я раз, предупреждение в партер. Еще один момент, на который обычно обращают внимание, это борцовские уши или пельмени, как их еще называют на сленге. С детьми я шучу, я вот подслушивал, сунул, и добей, это самое. Кому медведь на ухо наступил, вот теперь, ну так, шутку. Потому что не объяснишь,
А еще, когда потом начинает трогать, и руку отрывает. Так, и руку как бы оценивает. Ну да, но это хрящик, ничего не сделаешь. Мне предлагали, что можно, вот когда там чистят, убирают. Ну, оно мне не мешает. Жена на лапшу на уши лучше может вешать. Лучше держаться на этом самом. Так что ну, все как бы в этом мире нужно, пригодится. Завершив свою профессиональную карьеру в 1976 году, Виктор Кузьмин не ушел из борьбы, передавая свой опыт не только молодым. Кстати, в свое время он был тренером сборной Латвии по классической борьбе. А еще занимался первым набором президентской охраны в начале 90-х годов, роты почетного караула. В свое время также он преподавал в Академии полиции и работал доцентом кафедры тяжелой атлетики в Латвийской спортивно-педагогической академии. И сегодня Виктор Кузьмин по-прежнему в строю, с охотой и улыбкой вспоминая те самые славные времена.